Экс-директор 29-й школы Юлия Маштакова требует от образовательного учреждения выплаты заработной платы. Напомним, в отношении нее возбуждено уголовное дело. По версии следствия, в отдельно стоящем здании на территории 29-й школы печатали визитки. А коммунальные услуги за помещение оплачивались из местного бюджета. Директора отстранили от занимаемой должности по требованию прокуратуры, но она с этим не согласна. Экс-директор 29-й школы просит признать незаконным приказ управления образования об отстранении. Взыскать со школы неполученный с 8 июня заработок. Плюс 50 тысяч рублей компенсации морального вреда. Спор сейчас рассматривают в городском суде, однако истица Маштакова на заседание сегодня не явилась. Орган прокуратуры не является органом, уполномоченным принимать решение об отстранении. И тем более требовать отстранения. Согласно федерального закона о прокуратуре. Напомним, прокуратура летом провела в школе проверку по коммерческой деятельности учреждения. На это время потребовали отстранить директора от должности, чтобы та не смогла повлиять на результаты. Затем и вовсе возбудили уголовное дело. Полагаем, что у администрации не было оснований не рассматривать данное требование, направленное прокуратурой города Северодвинска. В связи с чем был издан приказ об отстранении работника от занимаемого. Скажите, в итоге Маштакова написала заявление об увольнении по собственному желанию. Заседание суда сегодня отложили до 9 ноября. Пригласят представителя школы, который должен предоставить расчетники директора и справку 2 НДФЛ.